Сотрудники регионального управления ФСБ задержали жителя областного центра, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности и публичном же оправдании терроризма. В ходе следственных действий было установлено, что молодой человек являлся модератором ряда страниц и групп в социальных сетях, через которые вел пропаганду идей радикального ислама. В них он публиковал призывы к возбуждению ненависти и вражды, а также к осуществлению насильственных действий в отношении людей с другими религиозными взглядами. По оперативным данным, подозреваемый установил и поддерживал регулярные контакты с членами запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ. По их рекомендации, он намеревался создать в регионе самостоятельную ячейку международной террористической организации. В настоящее время молодой человек задержан и находится в СИЗО номер 1 города Иваново. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.